Привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Бобо. Итак, давайте-ка откроем жалюзи. Поприбираем немножко здесь в комнате. Да, отлично. Вставай, Бобо. Вот такой вот, смотрите, друзья, замечательный костюм мушкетера. Мы надели ему в прошлой части. А сейчас, друзья, давайте-ка мы его покупаем. То-то, что он уж очень запачкался. Отлично, Бобо. Ой-ой-ой, как и ванный ковник здесь грязно. Ну ничего, сейчас мы поприбираем. Отведем первым делом вот в туалет. Давай, да-да-да, вот как им понравилось. Сделай свои дела. Почитай газетку, расслабься. Отлично. Хорошо. Да, все здорово получилось. Берите туалетную бумагу, не забудь смыть. Вот так. Закроем крышку, все отлично. Ну вот теперь, друзья, можно его покупать. Ох, здорово, какой красивый костюмчик был. А теперь его вот так хорошенько намылим мочалочкой. Здорово, сколько мыльной пены, отлично. Ой, какой он недовольный, ой, какой недовольный, но ничего. Сейчас смоем, и ему будет приятненько. Будет чистенький, а ну-ка посмотрим, друзья. Да, здорово, посмотрите, какой красивый, замечательный котик у нас получился, отлично. Ну что, а мыльными пузырями поиграешь? Лови, 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 Боба. Играй, играй. Ой, как ему нравится ловить мыльные пузыри. Еще? Вот, держи, пожалуйста. Лови сколько хочешь. Да, отлично. Очень здорово, друзья. Хорошо. Ну вот, а теперь давай перед тем, как покушаем, почистим зубки после сна. Ты что, Бобо, обязательно после сна надо чистить зубки. А ну-ка, открывай ротик вот так. Замечательно. И сейчас давай еще лапки тебе помоем. Вот так хорошенько пустим воду, возьмем мыло, хорошенько потрем одну лапку, вторую, отлично. Ну вот теперь можно и смывать. Очень здорово. И еще вот так. Да, замечательно, друзья, отлично. Ох, какой он у нас чистюля. Здорово. Так, еще уточкой поиграем. Да, здорово, друзья. Ну вот, теперь можно Бобо их покушать. Идем кушать? Ну хорошо, хорошо, пошли кушать. Только побирай немножко в комнате, то такой вот у тебя здесь беспорядок. Давайте-ка вот эту паутину побираем. Вот эти рыбные кости, вот так здорово. Ну вот, Бобо, теперь можно и покушать. Да. Так, что у нас есть интересного? Давайте-ка посмотрим. Ага, есть тыква. Давайте-ка запечем тыкву. Посмотрим, что из этого получится. Да, здорово. Вот такая вот интересная тыква. Еще капусту дадим. Обычную, цветную. Но это не то. Слабо наш Бобо наедается этим. Поэтому надо найти что-то мясное. Или рыбное. Сейчас давайте-ка посмотрим, что у нас. Ага. Вот у нас есть слон. Давайте дадим. Вот сразу. Друзья, здорово. Сразу 50%. Суши еще дадим, отлично. Ну вот теперь можно и дать какие-то овощи, фрукты. Вот что у нас там. Вот дадим черники, малины. Так, по-моему, у нас смородина. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, у него заболел зубчик. У нашего Бобо заболел зуб, все подряд кушает, много сладкого, наверное, и вот у него проблема, заболел зубчик. Но ничего, сейчас наш доктор его полечит. Отлично, друзья. Итак, Бобо, открывай ротик, посмотрим, что там у тебя. Ну ты что, Бобо? Ничего себе. Ой, какие грязные черные зубы, придется их удалять. Вот так, да. Здорово получилось. И еще с пломбочками. Придется разобраться с дырками в зубах. Вот так. Да, здорово. Сверлим, сверлим. Еще вот здесь. Да, отлично, друзья. Все у нас получилось. Очень хорошо. А теперь чистим зубки. Здорово. Вот так. Отлично. Чистим, 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 чистим. Да, здорово получилось. Еще вот так. Хорошо. Очень здорово. И еще снизу. Вот так. Отлично. Чистим, чистим, чистим. Да, все очень здорово получилось, друзья. И еще вот так. Хорошо. Продолжаем, продолжаем. Итак, нет, еще. Где-то осталось что-то. Ага, серый зубик. Снизу, ну еще сверху на всякий случай пройдемся. Ну-ка. Да, здорово. Ой, какой он довольный. Все у нас получилось, отлично. Ой-ой-ой-ой, Бобо, как нехорошо тут
не прибрано. Давай-ка поможем поубирать вот так. Вот замечательно. И еще вот эту банановую кожуру вот уберем, чтобы никто не поскользнулся, не упал. Вот так, замечательно. И еще цветочки можно полить. Вот здорово, как подросли хорошо. И вот здесь. Отлично. Ну а сейчас, друзья, возвратимся. Итак, возвратились домой. Кто-то звонит нашему Бобу. Алло, кто там? Я Бобо. Как дела? Все хорошо. Да, Бобо? Ну хорошо, давайте-ка пока еще поубираем вот здесь. А что это у нас кран протекает, друзья? А, вот, смотрите. Мы подкрутили систему, ничего себе, экран перестал течь. Здорово. Это какая-то интересная новая функция есть. Интересно, друзья, а что же тут еще есть? Ага, ой, ничего себе, какое-то зелье выпало из чашки. Ага, и чай закипел. Здорово. Хорошо. Свет. Ай, отлично. Ну хорошо, друзья. Так, ну холодильник, понятно. А сверху тут на полочках можно... Стоп, сверху. Ага, а сверху тут можно испечь пирог. Давайте-ка, друзья, испечем берем. Возьмем тарелку. Возьмем... Магик, это, наверное, мука и вода, вот так, вот, и миксер возьмем еще, вот, так, вот, ну, берись, ой, что это он, вот так, тарелку берем, раз, потом муку, воду и миксер, ну, давайте пока вот так смешаем. Вот, наверное, расспрашивает рецепт, как это все готовить. Ну, давайте-ка попробуем. Итак, вот. Вот-вот-вот льем. Возможно, воду сначала. А, вот, вот, здорово. Ага, какая-то мука, здорово. Хорошо, воду вот так. Что-то, ага, вот, здорово, отлично. И еще, еще, еще. Давайте вот миксером смешаем. Вот. Получается, друзья, до однородной такой массы. Здорово, здорово. Мешаем, 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 мешаем. Да, отлично. И сейчас у нас получится то ли пирог, то ли хлеб, то ли какой-то батон. Ну, сейчас посмотрим, что это у нас получится. Отлично. Мешаем, 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 мешаем. Вот так. Здорово, здорово. О, уже... приобретает такую кругловатую форму. Отлично. И еще вот так. Да, здорово, друзья. И что же у нас получилось? Вот такой вот замечательный хлеб. Да, да. Ну, немножко похож на батон, но, возможно, это и батон. Так, давайте-ка испечем. Посмотрим, что-то у нас получится. И вот такой вот замечательный хлеб получился у нашего Бобо. Ну как, вкусно? Ну, здорово. А сейчас, друзья, мне хочется поменять ему шерстку. Давайте-ка поубираем его здесь в игровой комнате. Покрутим колесо. Посмотрим, какой же приз сегодня выпадет нашему Бобо. А сегодня нашему Бобо выпадает приз. Ага. Зелье для того, чтобы лечить его от температуры. Ну, еще давайте-ка разок крутанем. Посмотрим, что еще раз нам попадет. И нам попало еще зелье для температуры. Для того, чтобы лечить нашего Бобо. Ну хорошо, пусть будет два зелья. Ну а сейчас, друзья, хочется мне... Ой, а это что за подарок? Это, наверное, подарок для просмотра видео. Нет, не хотим мы смотреть. Давайте-ка, друзья, хочется мне поменять шерстку нашему Бобо. Итак, давайте, что у нас есть? Рыженькая. Серая. Вот такая сиамская шерсть. Шерсть наподобие смокинга. Белая, кремово-белая шерсть. Черная шерсть. Трехцветная. Шерсть бенгальского тигра. И розовая шерсть. Кроме того, еще у нас шерсть снежного барса. Ну, очень дорогая. Так, позже она будет. А сейчас, друзья, то ли взять розовую, очень красиво, то ли вот эту беленькую. Давайте-ка, друзья, возьмем розовую. Что-то мне вот эта розовая очень нравится. Еще хочется мне глазки изменить, как купить какие-то интересные. Итак, зеленые, желтые, зеленоватые,
зеленовато, какие-то голубоватые. А вот голубые. Это у нас коричневые. Это ярко-голубые. Это разноцветные. Один глазик голубой, другой зеленый. Так, это красные. Это фиолетовые. Желтые. Зеленые глаза. Ага, это уже мы перешли, друзья, на начало. Но вы знаете, вот эти голубые наибольше мне нравятся, светло-голубые. Пусть они остаются. Не будем менять, друзья. Пусть все так остается. Разве только посмотрим, друзья, возможно, вот этот мушкетерский костюм. Давайте-ка попробуем что-то другое. Другой мушкетерский костюм. Ну-ка. Вот. Вот такой мы купили. А как насчет синего? Или черного? Нет, ну что-то это серый мне больше понравился, честно говоря. Коричневый. Ну, в принципе, друзья, возможно, пусть вот так все и остается. Еще посмотрим шляпу. Шляпы. Вот такие же замечательные шлемы индейские с перьями. Здорово, друзья. Вот этот иракез было бы интересно надеть, друзья. Такой разноцветный. А как он называется, кстати? Радужная прическа. Здорово, конечно. Ну, вот такие есть интересные шляпы. А смотрите, как здорово пиратская шляпа идет нашему Бобо. Здорово. А давайте-ка сделаем его пиратом. Да, это будет здорово. Отлично. Сделаем ему пирата. А для пирата еще подберем какую-то одежду. Так, какую бы тебе одежду подобрать? Так, ну, одежда королевы. Нет. Так, это индейская одежда. А где же пирата? Ага, это красный пиратский. Это пиратские костюмы. Да, а я что-то думал, что это костюм короля. А вот костюм короля. А вот одежда королевы. Угу, вот, друзья, оказывается, как. Это пиратские костюмы. Вот. Да, давайте-ка сделаем пиратом его. Вот здорово. Такой вот интересный костюм пиратский. Хотя трудно сказать, какой лучше. То ли зеленый, то ли синий, то ли красный. Но что-то красный мне больше понравился. Отлично, друзья. Хорошо. А теперь давайте-ка вернемся в следующую комнату. И посмотрим. Ой, надо рыбку спасти. Вот, здорово. Хорошо. И давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее условие. Итак, сыграйте мини-игру 2048. Хорошо. Сыграем. Но пока, друзья, давайте-ка пойдем походим по миру. Посмотрим, как там дела. Соберем заодно урожай. Что там у нас созрело? Ага, вот у нас черника созрела. А посадим здесь еще чернику. Вот так. Вишни еще не доспели. А вот тыквы уже доспели. Соберем и посадим еще тыквы. Капусту соберем и посадим цветную капусту. Вот так. Так, как наша коровка? Хорошая коровка. Ну, пусть там ест травку. Здорово. Хорошо. И соберем яблоки. Да, отлично. И еще посадим вот эту смородину и груши. Вот, здорово. А сейчас, друзья, давайте-ка мы с нашим Бобо покатаемся на машинке. Да, Бобо? Покатаемся на машинке, а потом покатаемся на лодочке. Здорово? Хорошо придумано. Отлично, друзья. Только давайте-ка мы... Ну, поехали. Итак, вперед, Бобо. Давай, давай, Бобо, мы тебе верим, ты наш герой. Вперед, собираем топливо. Движемся вперед. Попробуем сегодня, друзья, побить рекорд. Итак, собираем звездочки, собираем топливо. Вот так, замечательно. Здорово, прыжок. Очень хорошо. И еще вот так. Да, отлично. Очень хорошо. Собираем звездочки. Вот так, здорово. Ой-ой-ой, ничего себе. Это было страшновато. Чуть наш Бобо не разбился, но ничего. Мы верим, что у нашего героя все получится. Вот так, да. Здорово. Вот, замечательно, хорошо. Движемся вперед. Не слишком быстро, но не слишком медленно. Если слишком медленно, топливо закончится. А слишком быстро, можно перевернуться. Отлично, друзья. Итак, давайте-ка. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот такая вот, к сожалению, авария у нас произошла. Что-то у нас не получилось. Возможно, давайте, друзья, перекрасим машинку. Возможно, с другим нам цветом больше подойдет. Итак, у нас есть розовая, красная, желтая, зеленая, синяя, лиловая и розовая. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем с розовой машинкой что-то сделать. А ей колеса давайте сделаем тоже розовые. Вот так. Будет у нас машинка полностью розовая. Вот. А ну-ка, друзья, попробуем вот такой вот вариант. Бобо розовый и машинка розовая. Это оригинально, конечно. Итак, Бобо вперед. Аккуратненько с ним поедем. Вот так, здорово. Отлично. Вперед, друзья, вперед. Итак, не будем спешить. Будем ехать более аккуратненько. Здорово, друзья, отлично. Хорошо, вот, да-да-да-да-да. Ой-ой-ой, притормозим немножко. Что-то сильно разогнались, но ничего. Итак, продолжаем игру. Проезжаем мостик. Ой-о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 й. Ничего, все хорошо. Продолжаем движение. Вот так, да, здорово. Хорошо, едем вперед. Вот так, замечательно. Отлично, и еще вот так. Да, здорово, движемся вперед. Прыжок, ничего себе, здорово, друзья. Ой-ой-ой, как же это так получилось? Зацепились, друзья, ничего. Немножко сильно разогнался. Так, пока рекорд не можем мы побить. И возвращаемся домой. А теперь давайте-ка мы с нашим Бобо, он же у нас настоящий пират, поплаваем по морю, по океану. Здорово. Итак, Бобо, давай, садись в лодочку и поехали. Здорово, движемся дальше. Ну как там, что там? Ой, вот, здорово. Так, ой-ой-ой, смотрите, друзья, как здорово плывет по морю, ничего себе. Давай в другую сторону. Вот так, да-да-да, отлично, вот. Вот, ой-ой-ой, как сердится. Это остров нашего пирата. Пирата Бобо. Здорово, друзья, отлично. Хорошо. Итак, давайте-ка с нашим пиратом Томом поныряем в глубину океана и пособираем жемчуг. Так, продолжаем, друзья, игру. Что такое? Отлично. Собираем. Вот, здорово. Одну жемчужину собрали, и нужно удирать. Что-то это глубоко... Ой-ой-ой, поймала нас глубоководная рыба. Очень печально. Но ничего, давайте-ка еще раз давайте-ка попробуем хорошенько нырнуть. Попробуем, что там получится. Итак, нырнули, друзья. Посмотрим, что же там и как там. Вот, здорово. Собираем жемчуг. Удираем от глубоководных рыб. Отлично. И вот еще жемчужина. Здорово. Скоро придется уже... Ой-ой-ой, удираем, друзья. Убегаем. Еще воздух нужно глотнуть, чтобы наш Бобо не задохнулся. Вот в батискафе. Да, здорово, отлично. И опять ныряем. Посмотрим, получится ли у нас еще... Только осторожно. Вот, здорово, все у нас получилось. Нет, ой-ой, вот глубоководная рыба. Собираем жемчужину. Нужно у нее уклониться и дальше нырнуть. Вот, здорово. Вот, еще глубоководная рыба. И вот жемчужина. И еще у нас сундук с сокровищами. И нужно спешить вверх. Спешим. За воздухом. Отлично, друзья. Да, здорово, все получилось. И еще ныряем. Посмотрим, получится у нас еще собрать жемчуга и сегодня побить рекорд в этой игре. Отлично. Собираем еще. Ай, вот она, глубоководная рыба. И она нас поймала. Ну, очень печально, но ничего страшного. Итак, мы продолжаем игру. Наш пират Бобо плавает по морю, океану. Вот так, здорово.
Отлично. Хорошо, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Ага, и вот еще интересные. Игра стик-ниндзя. Поиграем, Бобо? Итак, наш пират Бобо поиграет немножко с ниндзей. Отлично. Еще вот так. Вот. Хорошо, продолжаем, продолжаем. Отлично. Здорово. И еще вот так. Вот. Хорошо. Еще звездочку собрали. Замечательно. И еще вот так. Да. Хорошо, продолжаем, продолжаем, друзья. Вот, замечательно. И еще звездочку собрали. Отлично. И еще вот так. Хорошо. И к сожалению, вот так как-то получилось. Но ничего. Но здорово, что нас пират Бобо вот катается, катается на своей лодочке. Ищет сокровища. Да, хорошо, друзья. А сейчас высадимся на берег. Посмотрим, что же здесь у нас на берегу. Отлично. Ну, а сейчас ему, друзья, нужно стать космическим пиратом. Итак, наш Бобо отправляется у моря и становится космическим пиратом. И посмотрим, что же он в космосе будет воевать с инопланетянами жуткими. Расстреливать вот такие вот астероиды. Вот. Давай, 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 Бобо, мы в тебя верим. Вот, здорово. Отлично, двойная пушка вот такая. Вот, замечательно, очень хорошо. Да, 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 здорово. Все получилось, отлично. Отлично, и еще вот так, хорошо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Отлично, отлично. Уклонились от этих инопланетян. Вот, ну с этим надо уже справляться. Вот, замечательно. Да, 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 вот так. Хорошо. Вот, да, 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 отлично. Все у нас здорово получилось. Уклоняемся немножко. Да, отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Отлично. И еще вот так. Да, 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 здорово. Отлично. И еще разбиваем планеты всякие. Вот, 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 вот. Уклоняемся. Хорошо, 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 хорошо. Да, 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 здорово, здорово. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Повредили немножко в корабль свой. Вот так, вот так. Нам срочно нужна жизнь, друзья. Вот, 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 вот так, да. Отлично. Вот, замечательно. И сейчас двойную пушку берем. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. И я столкнулся с чем-то, друзья. И, к сожалению, рекорд не побит. Но очень здорово сыграл наш Бобо. Настоящий космический волк. Хорошо. Ну, и, друзья, давайте-ка еще походим по миру. Что тут у нас еще? Вот такое замечательное футбольное поле. Это дома друзей. Кстати, можно зайти посмотреть, что там у кого друга в гости. Вот смотрите, какой у нас есть друг и какой у него интересный котик Бобо. А давайте еще несколько друзей посетим. О, смотрите, какой интересный кот Бобо Супермен. Здорово, отлично. Очень интересно заходить для друзей в гости. И вот такой вот интересный Бобо котик. А что интересно у него в холодильнике делается? Ага, здорово, хорошо. Посмотрим другого Бобо. Так, а вот интересный тоже котик. Бобо тоже любит играть с мыльными пузырями, здорово. Вот такой вот беретики. Замечательно, друзья. Отлично. Хорошо. И еще посмотрим несколько котиков. О, а здесь котики есть. Замечательно, друзья. Ой-ой-ой, хороший такой. С разноцветными глазами. Но это, друзья, было очень все забавно. Ну, а теперь возвращаемся домой. Наш Бобо уже немножко устал. Поэтому будем, друзья, возвращаться домой. Да, да, да. Хороший, хороший Бобо. Будем возвращаться, друзья, домой. Будем укладывать нашего Бобо отдыхать. И будем с вами прощаться. Только на ночь давайте-ка ему какое-то интересное животное положим. А на ночь мы ему положим с собой вот такого вот. Вот. То ли это пони, то ли это единорог. По-моему, все же это, друзья. Ага, радужный пони. Да, точно. А то я думал, что это единорог. И с этим пони наш Бобо ляжет отдыхать. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А наш Бобо пока будет отдыхать. Итак, всем пока.
Ну, давайте еще сыграем в сон котика Бобо. Будем ловить мышку. Вот так, да-да-да-да, вперед, вперед. Отлично, и еще вот так. Хорошо, хорошо. Отлично. Убегаем, убегаем от мыши. Собираем звездочки, не забываем. Вот так. Да, здорово, хорошо, друзья. Так, быстренько бежим, бежим, бежим. Вот так, замечательно. Отлично, отлично, здорово. Хорошо. Очень здорово. Да, 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 друзья. Все отлично получаемся. Прыгаем. Очень хорошо. И еще вот так. Да, убегаем, убегаем, убегаем от этой вредной крысы. Очень здорово. Хорошо, друзья, продолжаем. Отлично. И еще вот так. Замечательно. Бежим, бежим, бежим. Давай, 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 бу-бу-бу-бу. Мы верим, тебе удастся убежать от этой большущей крысы. Вот так. Очень хорошо. И еще вот так. Да, друзья, все очень здорово получилось. И еще вот так. Замечательно. Хорошо. Да, отлично. Так, мы продолжаем, друзья. Прыгаем, прыгаем, уклоняемся. Убегаем. Уже половину дистанции пробежали. Но крыса не отстает. Но ничего, мы не сдаемся. Еще вот так. Да, 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 бежим, бежим. Вот. Замечательно, друзья. Итак, убегаем, убегаем. Вот. Замечательно. Еще вот так. Да, хорошо. Отлично. Очень здорово. Так, вот, 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 собираем звездочки. Вот так. Да, отлично. Еще немножко осталось. Давай, бу-бу-бу-бу, а то мы, крыса догоняет. Вот так, отлично. Хорошо, еще вот так. Да, да, здорово. Отлично, вот так. Убегаем, 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 убегаем. Вот так, отлично. Хорошо, здорово. Бежим, 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 бежим. Давай, бу-бу, вот так. Очень здорово, хорошо. Ай-яй, ай-яй-яй, и крыса поймала. Немножко отвлекся, друзья, но у нас новый рекорд. Здорово, друзья, и 76 золотых заработано. Очень хорошо. Итак, наш Бобо спит. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.